вовремя я тебя до... Это не только есть, а совершенно уникально. Поразительно. Понятия не имею, но это поразительно. Совершенно поразительно. Нужно немедленно сообщить Архимагу. Он должен сам это увидеть. Лучше мне остаться здесь. Можешь вернуться в коллегию и сообщить Савву Суарину об этой находке? Поспеши, пожалуйста. Come on.
Ты здесь относительно недавно, да? Я видел тебя несколько раз, но мы еще не общались. Тогда позволь представиться. Я Савос Арен, архимаг коллегии Винтерхолда. С гордостью могу сказать, что здесь преподается и изучается почти любой аспект магических искусств. Но я не потерплю каких-либо исследований или экспериментов, которые могут нанести предумышленный вред другим магам коллегии. Я достаточно ясно выразился? Только не говори мне, что кого-то из учеников опять испепелили. У меня и так дел по горло. А, понятно. Я полагаю, что Толвдир даст более точное объяснение. Спасибо, теперь я об этом подумаю. Толвдир присматривает за вами, да? Поскольку он сейчас занят, а мне нужно посмотреть на находку, я думаю, тебе стоит попытаться что-то выяснить. Поговори с Урагом в Арканиуме. Выясни, знает ли он о чем-то похожем на твою находку. И ты молодец. Вот, держи. Если еще соберешься полазить по нордским руинам, это может пригодиться. Теперь прости, мне пора. Ты что-то выглядишь скверно. Может, тебе лучше домой, в постельку?
Ты находишься в Арканиуме, и здесь я главный. Это место словно бы мой собственный маленький план Обливиона. Если ты нарушишь порядок в Арканиуме, мои злобные атронахи разорвут тебя на части. А теперь, чем могу быть полезен? Я знаю, что тебе нужно. Новости тут разносятся быстро. Нашли что-то таинственное, да? Можешь даже не спрашивать. Нет, у меня для тебя ничего нет. По крайней мере, уже нет. Говорю же, уже нет. Арторн украл часть наших книг и сбежал в крепость Фелглоу к этим призывателям. Этакая мзда за вступление в их ряды. Кажется, в одной из них были сведения, которые тебе нужны. Если хочешь вернуть эти книги, поговори с Арторном. Эй, ты! У меня к тебе дело. Ты недавно из Саартала, да? Мне стало известно, что вы там сделали находку. Не увиливай, мне все известно. Прошу не оскорблять мою наблюдательность. Толвдир все еще там, не правда ли? Я буду ждать полного отчета по его возвращении. В Саартале обнаружили что-то достаточно важное, чтобы Толвдир прислал с этой вестью нового члена коллегии в одиночку. Откуда следует вывод, что находка имеет отношение ко всем, особенно ко мне. Спасибо за помощь. Можешь идти. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя среди них. Нам точно нужно Я разочарован, что научился столь малому за время моего пребывания здесь.
такое?